Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Как всегда, трешачок. Качаем, точнее, будем качать следующего героя на 30-й прорыв. Так, нам не хватает 8к, надо заролить. Ну, поехали. Рольнем на 8к. Посмотрим, какой у нас... Шанс на выпадение заклинательницы неплохо. Ну, побегаем по акциям. У меня там уже сундук опять полный. Короче, кроме заклинательницы, медуза, нам ничего по сути толком не... Не, ну ничего, Ирина упал. И снова упал. Так, ну что, мы добили. Отличненько. В общем, будем сейчас качать следующего героя. Какого, я даже не знаю. Вот я в раздумьях, потому что очень много героев я использую. Но самые такие, скажем, востребованные. Так, отлично, забрали призы. Самые востребованные, те, которые стоят в дефе, я, в принципе, их использую на атаке фортов, в забытой, в принципе, любой герой хорош будет с 30-м прорывом. Так, мы сейчас это все не заберем, потому что надо забрать вот так вот плюшечки. Такие вот плюшки с хрусталки, ну, что здесь хорошего? Конечно же, камешки. Апекса. Ну, убрали отсюда книги, это очень печально. Любые плюшки отсюда классные, это же английский сервер у нас. Так, что это я уже собрал? Космо? Или нет, интересно. Ну, уже 275, мы даже больше собрали. Можно даже второго качать уже начинать. Обычного космо. Такс. Хорошо, побегали по акциям, побегаем, посмотрим, что у нас там есть интересного, и будем качать нового героя. Акция, кстати, есть. Ну, уборка, это понятно, можно было потратить сюда, получить 500 феника за 8400 потраченных самов, вы получаете 500 феника, это реально круто. За 15к потраченных 13 вам возвращают. В принципе, очень-очень неплохо, я вам скажу. Вот эти вот возвраты, отличная тема на английском. Так, Tower Gifts, понятно. Поехали. Treasure Chest, посмотрим, что у нас тут интересного есть. Сегодня можно опять отсюда, может, вытащим какую-то имбу. Скелетику дают. Психощит 4. Ничего себе. Desk Knight. Pumpkin Duke. Кстати, странно, что сегодня на рынке не продают в наборах. Камешки. Очень странно. Триантик. Одержимый. Опять психощит. Тыковка. Ничего себе. Опять психощит. Прям раздают психощиты. Так, бонус Lucky Flipping. Ну, поехали. О, покерматчер есть еще. Ну, поехали уже по всем акциям пробежимся. Посмотрим, что у нас там интересного есть. Мы эту акцию быстро зафармим. Ну, понятно, тут, как обычно, ничего не менялось. Эмблемки бега, самые топовые, четвертые. Леди Лео, Триант, наверное, нам выпадет. Кто там еще у нас тут падал? Валька. А Дед Мороз, ничего себе. Дедушку Мороза словили. Гарпия. Это, знаете, вот это мне аналогия того, что на русском падает. Один мусор. Акция, лишь бы так, лишь бы была. О, ничего себе. Ну все, ребят. Мы дракона вытащили отсюда. Круто. Императорская кузница. Поехали, как обычно, у нас здесь... Слив на некроса. И всегда фейл. Если у вас нету 100%, у вас будет всегда фейл. Smash and win. Поехали. Это яйца, по-моему, если не ошибаюсь.
Еще не предпасхальный Prime Hero Card. Малыш Ник, ничего себе, Dead Drake. Ну вот эта акция мне больше всего нравится, наверное, самая интересная. Потому что тут комбинация одна и та же. Давайте сейчас заберем плюшки. Самая точная, скажем так. Смотрите, сколько мы психощитов словили, ничего себе. Прям прокачаем сейчас ак. Кстати, тут, по-моему, есть еще акции какие-то. А, вот за 50 есть. Отлично, 1500 книг, то, что нам надо. Еще есть, но это я потом доберу. Неплохо. Так, окей, поехали дальше. С пиратом мы разобрались, поехали. Поиграем. Ой, не туда зашел. Так, ну смотрите, та же самая комбинация для тех, кто давно 3-2. Надо пробовать собрать. Если не получится, значит они опять это у нас понерфили. Ну, скорее всего, что так оно и есть, даже не могу собрать. 3-2. Ну, отлично. Вот смотрите, сейчас вангую за 9 попыток мы должны собрать. Если не собрали, значит... Девятка. Ну давай, десятка. Это ужасно. Вот есть. Exchange. Обменяли, красавчики. Ну понятно, что у нас тут сейчас пика не выпадет. Ну остальное, вот кстати, так тоже бывает, проскакивает. Иногда сразу же приз. Но это если много попыток. Это я, по-моему, на китайке так трешивал. Или здесь в свое время. Ну, в общем, мы получили еще дополнительно каких-то плюх. Таких себе, ну. И это хорошо. Так, окей. Поехали. Будем думать, кого качать. Ну, как бы у меня варианты какие есть. На архидемона смысла вообще нет. Для... Дефа, допустим, и для этих. Я думал Анубиса качать, но Анубиса, я вам скажу, неинтересно, потому что ну, он процентуальный урон наносит. У меня есть несколько целей. Это Бигфутик, как вариант. Ну и, конечно же, Лазуля. Потому что я его использую во многих режимах. Тоже. Ну и Седнушка. Седнушка у меня на дефе стоит и на атаке фортов. Так как атаки фортов у нас нет, то я задумался, стоит ли ее качать, потому что ее будут в первую очередь сливать. Вот, и я в раздумьях, я, знаете, кого решил качнуть, даже не поверите, Махатму. То есть я хочу бабульку качнуть и потестировать ее на максималке, что она может. То есть реально, что она сможет. Конечно, мы ее сейчас не прокачаем на максималку, но мы покачаем пока, до скольки мы там сможем. Но это будет... Следующая наша прокачка. А потом, не знаю, посмотрим. То есть вариант есть Седна, чтобы до уже следующей атаки фортов мы там прокачали пачку. Может получится и две прокачать. То есть Седнушка у нас в приоритете. И в приоритете у нас Ледяха, потому что Ледяху тоже сливают. То есть такие вот герои. Остальные как бы, ну, еще есть вариант, многие пишут Розу прокачать. Ну, Розу мы тоже качнем, тоже интересно будет. Но я ее, честно говоря, сейчас мало использую, потому что есть герои поинтереснее, чем она. Тот же самый Космо, который вышел вот у нас недавно, тоже очень круто. Так, ну что тут у нас? Так вот разлетаются книги, разлетаются кристаллики. Должен был я сливать Ронинов, но я, судя по всему, понял, что пока я не прокачаю его основы, там 10-12 героев, а то и 15 героев, то я ничего пока переливать, перекачивать не буду, потому что надо очень много книг, надо очень много кристаллов желтых, красных у меня дофигища, красные не проблема, а вот желтыми напряг.
То есть вы представляете, что бабуля будет делать? Я показывал вам ее с исцелением, плюс утикаха, потестируем такие варианты, посмотрим дафный вариант. То есть мы потестируем ее тоже везде. Я думаю, это будет реально огонь бабулька. И она задаст жар. Она и так задает жару многим героям, но думаю, это будет нечто. То есть такой герой уже будет по-любому тащить. Вот так вот, дошли мы до сюда, но я еще качну следующий уровень. Кстати, что у нас по кристаллам там? Да, еще на одного героя, вот тоже еще одна проблема, это кристаллы. Вечно с ними заморочки. Так, что-то мы уже 101 лям есть? Есть. Нормально так ресурсов. Вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики, все дела, все как всегда. Всем удачи, всем пока, участвуйте в конкурсах, не забывайте. Скоро выходные и будем трешовать. Все, всем пока.